Привет, мои дорогие друзья! Я вас поздравляю с наступающим 2013 годом. Желаю счастья, здоровья и успехов в жизни. И еще я вас хочу предупредить, что этот год будет необычный, а особенный. Год черной змеи. С Новым годом вас! Хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать вам счастья, здоровья, благополучия. Ну, в принципе, это все, что нужно в жизни. Если есть счастье, здоровье, благополучие, то ничего уже не нужно, это в принципе все. И счастье – это исполнение желаний. Ну, как-то так. Поздравляю вас, надеюсь, мы увидимся. До встречи. Самое главное в Новом годе – то, что Дед Мороз дарит подарки, дети радуются, ну и все такое. А вот взрослым… Они там переодеваются в Дедов Морозов, чтобы развеселить детей, если настоящего не существует. Некоторые взрослые так думают. Но я лично думаю, что существует Дед Мороз настоящий. Потому что папа говорил, что мне он под елку приносил личный, вот, ну как, настоящий Дед Мороз. И он, ну я верю в него, короче. А теперь я расскажу... Хочу поздравить вас с Новым годом. Я вас поздравляю, чтобы... Ну вот, короче, желаю, чтобы вы уехали в поездку, там, где пальмы, такое, ну, загорать. Это для тех, кому холодно зимой. А для закаленных пусть остаются дома, там смотрят телевизор, что-то такое. Дорогие друзья, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Уходящий год был настолько насыщенным, мы пережили конец света. И такую лютую зиму хочу, чтобы следующий год был не менее удачливым. Лично я не знаю, где буду праздновать этот праздник, но если у вас есть какие-то предложения, я выслушаю, пишите мне, обязательно отметим вместе. Спасибо. Я хотела бы вас поздравить с наступающим Новым годом, и чтобы эта новогодняя ночь была для вас самой особенной. Исполнились все ваши самые-самые сокровенные желания. С Новым годом вас, я люблю вас. Я хочу, чтобы каждый Новый год нашел свой подарок, которым давно мечтал. А если ты не нашел свой подарок под елкой, то не расстраивайся, ведь у тебя есть все-таки салатики и мандаринки. С Новым годом! Я хочу пожелать всем деткам в Новом году прийти в нашу школу Play Fashion Junior и научиться здесь очень многим вещам. Я, например, хожу сюда очень давно и очень рада, что здесь обучаюсь, потому что здесь очень хорошие учителя, детки, замечательные. Я рада, что сюда пришла, и очень буду радой отмечать здесь Новый год. Но, конечно же, будет Play Fashion Junior закрыт, потому что все будут отмечать 31 декабря в 12 часов ночи свой Новый год. Итак, я желаю вашим деткам и вам, дорогие друзья, родители, отметить этот Новый год очень классно, потому что год змеи, как вы знаете, кусается змея. Но вы пытаетесь избегать этих проблем. Дорогие ребята, я вас поздравляю с Новым годом. Желаю я, чтобы Дед Мороз к вам в окошко заглянул и поздравил с Новым годом. Чтобы каждый нашел под елкой и подарок. Ну а если нет подарков, то и ничего страшного. В следующий раз тоже будет подарок, и он будет лучше, чем у всех. С Новым годом, ребята! До свидания! Здравствуйте, дорогие друзья! Желаю вам счастья, здоровья и чтобы вы слушались родителей. И вам Дед Мороз подарки под елку принес. С Новым годом! Вы знаете, что самое главное в новогоднюю ночь? У меня есть несколько вариантов. Мандарины, оливье, шампанское или друзья. Ну, мандарины сразу не подходят, зачеркнем, мы круглый год можем купить их в магазине. Оливье, хороший салат, но я его с ошибкой написал, поэтому тоже не пойдет. Шампанское, ну мы люди не пьющие, ну как же, мы же все приличные, учимся в школе. Play Fashion? Нет. Друзья, вот что самое главное в новогоднюю ночь. Я желаю, чтобы у каждого из вас в новогоднюю ночь рядом были только те люди, которым вы действительно доверяете, которых любите и с которыми хотите провести весь будущий год. А еще, вот в этом классе, возле этой доски, мы с многими из вас провели много-много часов на протяжении всего уходящего года. И многие из вас стали для меня, ну, пусть не друзьями пока что еще, жизнь все исправит, товарищами. Я вас хорошо всех знаю и помню. Мне с вами было приятно и здорово. Мне приятно вспоминать каждого из вас. И я думаю, что увидев меня снова сегодня,
Вы, может быть, вспомните, как нам было здесь весело? Ведь весело было. Я старался, чтобы было так. Может быть, каждый из вас что-нибудь вынес отсюда свое. Но я хочу того, чтобы вы этого просто не забывали. Помнили и делали себя лучше. Стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь становилась уникальной. Это в ваших руках. С Новым годом! Дорогие учащиеся Play Fashion, я поздравляю вас с новым 2013 годом. Желаю вам, конечно же, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы вы были всегда красивыми, модными и приходили к нам в нашу школу. Здесь вы получите массу удовольствия. Во-первых, от интересных занятий, а во-вторых, от регулярных съемок, ТВ-проектов, фотосессий. Желаю вам самого наилучшего. Ваш проект Play Fashion.